Анонс, и точно до выхода 129 серии турецкого сериала «Основание Осман». 129 серия сериала выйдет в эфир 7 июня. Ранее в сериале мы увидели, как Тегкфура Валенса собирает большую армию. Османбей, посоветовавшись с Белой Бородой, оценивает новую игру Тегкфура Валенса. Для Османбея настало время охоты. Как ответят Османбей, его сыновья и Альпы на игру Тегкфура Валенса? Османбей ставит перед собой новую цель, не обращая внимания на приближающиеся войска Тегкфура. Теперь цель – Коин-Хисар. Исмихан Султан и Султан Алаэддин стремятся отомстить там, откуда они бежали. Исмихан Султан хочет принести в жертву алчичек, чтобы отомстить Бенги. Женщины вовлечены в игру по захвату Исмихан Султан. Исмихан Султан говорит, что алчичек мертва. Эсригюн Хатун, как бомба, упадет в Йенишехир. Она будет собираться в распадающий шираз крайностей, к чему приведет напряжение между Исмихан Султан и Малхун Хатун. Это мы узнаем уже в новых сериях сериала. Напомним, 129 серия сериала выйдет в эфир 7 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.